Ребята, всем доброе утро. Смотрите, какие у меня круги синие под глазами. 10 часов пришел в тренажерку, никого нету. Тишина загробная. Вытащил футболку ту, которую я покупал, помните? И с арены штаны. Моя ячейка. 7-я. Сейчас буду переодеваться. Заниматься. Эко. О, Бубочка. Привет, добрый день. Добрый. Золотко. Дембачито. Не замерзся, рыбочка. Молодец, побрился сегодня. Не, не замерзся сегодня. Смотри, встречает тебя Долечка. Водичку, водичку. Я в тренажерке был. Тихо верну. Ты что вам сильно рубила? Там настяло уже. Бубочка. Ну, она проснулась. Бубочка. Ты сразу. Бусинка. О, шукай я їсти хочу. Бубочка. Не хватит, я уже два раза давала. Такая бусинка. Боже, какая. Ой, манюнечка. А зубата яка. Глянь, скільки в неї радості. Ой, ой, така. Вінчичок. Такий. Ти такий. Це твоя бусинка. Твоя. Да, твоя бусинка. Не, не, коли лізь. Это я, бусинка, ты такой здоровый, она маленька. Ты ж видишь, мы ее покупали, как она белая пахучая. Да? Ну, как она была грязная. Мы ее покупали, смотри, беленькая, пахучая. А вот у тебя, смотри. Ты, Шумахер. А бачу, на ней пятнышко и на шее, и на попе сзаду тоже да. Есть. Бачишь? Не-не. Лильке спокойствия не дает. Лилька привык полежать, это она не дает спокойствия. Не дает спокойствия. Все у матери. Бубочка. Мама сделала капустняк. Буду, только чуть-чуть, немного. Mm-hmm. Ой, мне, мама, такую маленькую надо. Вот, вот такую, дивись. Вот такую, вот ту. Угу. Чуть-чуть, мне два половничка. Потому что я много не съем. А, то еще одни цветы, вот эти и вторые. Два одинаковых. Мама новая орхидея. Сольник, да? Нет, это капустняк. А, капустняк. О, сыночка, она тоже хочет кушатки. Бабушка завтра приготовит рассольник. Ба, что ты завтра приготовишь? Приготовь рассольник или вот той суп такой вкусный, что ты делала, помнишь? А где капуста на той? А ты цветной капусту тоді разве делала? Я цветной, это таке манесеньке робила, ну? Так тато тобі піде купе. Гляньте, які інтересні. А що це за горошки такі маленькі? Это паста така сама. Итальянская, да? Без бар сзаду пришел. Да я. Иди, что я шею взял. Бусинка. Ля, ля, что делать? На кушатке хочет. И вид. Она 5 минут, и она ест, как бочка маленькая, бездомная бочка. Не, нельзя, нельзя. Ты уже ела сегодня. Два раза ела. Смотри, а, господи. Вилечка. И Барс голодный тоже хочет кушатки, да? Да ж давай, мама всех с утра накормила. А что Барс еще ходит? Барс, Барс тоже. Раньше ел все подряд, а теперь выбирает. Ребята, приехал в Сигрени караван. Юля тоже со мной вместе. Будем сегодня ходить на шопинг. Ну, у нас времени очень много есть, поэтому можем не спешить, да? Смотреть себе. Тебе такое нравится? А, нет. Тебе не нравится? Не. Плохо? Ну, глянь на себя, ужас. Ужас? Ну, посмотри. Куда она, не к селу, не к городу? Ну, да? Ти якесь таке дивишся, юбки кожані якісь. А мені хочеться. От такої ти в тому году, я пам'ятаю, покупала. Отакую, вроді, кофточку з такими блістяшками, так? Да. Немного. От плаття красиве, красне. Ти не любиш такі? Та ні, поєдні. Са стразами. О, класне. На Новий год нікуда тобі. Ми. На Новий год. Так, да? А чо? Зв'язда диска. Будеш як Майкл Джексон. Ну, что-то я и не вижу скидок в Вайкике. А где скидки? Есть, футболки. А, это новая коллекция.
Кики вышли с Юлей, ничего там не купили, купили там только одну кофточку. Решили зайти в этот, в Голди. Вот тут Самвел маме покупал платье. Одно, по-моему. Да, Юля. Но в тебе и вкус. Я просто показала. Вот такая не хочешь? Глянь. Юля. О, ну ты хорошенькая. Вот и вы хороший. Ужасный. Чего? Я буду как селедка в нем. Не, ну если... Ну, то, а что, меньше нема? Чего груди нема? Сейчас можно подложить что-то. Знаешь, что еще мне нравится? Дети покажу. Ну так и что, имею полное право покупать. Вот смотри. Вот такая не хочешь? Тоже классная штука. Она, знаешь, какая мне она теплая? Кофточки обычно. Ну це детське таке, да, як на маленького ребенка. Просто она укороченная под высокой посадкой штани или джинсы. Так ты говорила, что тебе надо платье чи кофточку? Я просто смотрю. А вон смотри, платье висят. Да. Это что, бокс? Бои без правил. Да нет. Это вам ребенку? Не, это нам играть. Тогда интересно будет. Да не, мы такое нам... Какие-то стрелялки, стратегии, что-то может, такое. Гонки на вот это у нас есть Детройт. Мы просто купили Соньку, а там нету игр на двоих. Там три были в подарок. Вот же так. Там на двоих нельзя, да? Нет. Вот это классная игра. GTA. Вот это классная GTA. Когда ты играл. Еще классная была игра Компас, там такой как медведь белый, ты на нем бегал. Ордена. Вот эти зомби надо. Через интернет можно посмотреть игры на дешевле какие-то, да? Будет дешевле даже через интернет. Ну да, мы искали игру на двоих, да, нету. Зашли в Бершку. Ты везучая, только зашла музыка, сразу начала играть. Вало, Чорна п'ятниця. Да, люди тянуть телевізори, пилососи. Хоча на самом деле это все искусственно сделанные Чорна п'ятниця у нас. Они просто поднимают цену, типа это как будто бы старая цена, а цену как будто бы акционную оставляют ту же, что была прежде. Надо, знаешь, что смотреть? Надо брать бирку и отдирать вот эти все штучки до самой последней и смотреть. Окончательная. Ну, я по поводу часов, тех, что я покупала. Смарт-часы. Да. Я смотрела до Черной пятницы, они 1000 стоили. Потом приходит Черная пятница. Они пишут 999, а перечеркнуто 1299. Хотя на самом деле стоили они 1000, сколько они стоили, столько они в Черную пятницу стоили. Надо было. Знаешь, куда я еще хочу зайти? В тот магазин, помнишь, где мы с Самвелом были, где он курточку покупал? А, это на втором этаже, да. Он тоже Черная пятница. Людей очень много. Марафон здесь мы тоже были, помнишь? Да. Три раза сюда заходили. Жасмин. Ми. Что, ты рекламку взяла? Да, я сюда беру рекламку. Я когда-то раздавала рекламу. Это что, подделка, да? Прохарда подвесла. Я понимаю, мне наоборот. Хочешь в Pull and Bear зайдем? Да, пойдем. Тут тоже ты можешь посмотреть себе шапку в Pull and Bear. Юля в поисках шапки. Ну тут тоже, видишь, тут как раз только твои размеры на таких маленьких всех. Скоро Новый год и никаких украшений нету, да? Бегаем с магазина в магазин. Уже пришли в Брокарт. О, это ж эти маски, которые это тебе дарили, маски. Да? Не, не эти, это другие. А вот это что за шприц? Вон, смотри, белая маска со шприцом. Что это такое? Это маска такая. Тканевая со шприцом-активатором для питания кожи.
Есть еще, я видел, Кристина такую маску покупала, типа как животное, это, знаешь? Я сейчас подсела очень на корейскую косметику, мне безумно нравится и качество, да? И да. Мы же тогда тебе подарки здесь покупали, мы брали. И духи мы здесь в Брокарде. Я не помню, или 40, или 30% у меня есть карточка. Так что ты можешь себе что-то подавиться. Я сколько масок. А вот вот эти, да, детские такие? Нет. А вот Кристина вот такую такие брала маску, типа, да. Свинка, да? Ага. Сколько они стоят, эти маски? 100 гривен. Ого. Ну, в Брокарде здесь дороже намного. Я в Инстаграме заказываю, девочки, у Ани, я там. Маски? Маски и косметику. Пойдем духи посмотрим. Я, кстати, ты видела, я сам был привез с Италии Дольче Габбану последний. О, Юля. А ну, дай. Нет, твоя помадка. Где? А ну, а ты, кстати, смотрела, у тебя написано тестер? Да. Да? Да. Вот он, не видно. Вот. А ну сколько она здесь стоит, интересно? Нет, не она. А вон сверху еще они есть. Вот это, по-моему. А, у тебя такая? По-моему, да. 1158. Ну, они за 1000, да. 1000 это сколько? Ну, по качеству они ничем не уступают. Это 40 где-то евро, да? Те помады, они вот, вот это оригинальные помады. Ты, кстати, хочешь, я тебе что-то расскажу? Значит, Люся мне рассказывала, говорит, а я же ей говорю, Люсь, написано там тестер или нет? Она говорит, хочешь, я тебе, говорит, расскажу, что те, которые... Там не написано тестер, там написано demonstration, do not for sale, not for sale. Значит, смотри, что мне Люся рассказала, говорит, что духи и вообще пробники помад, которые стоят на витрине, это натуральные, оригинальные. Конечно, и классные, да, для того, чтобы показать человеку, да, как, да, а да. Уже когда запечатанные идут, они уже что-то туда добавляют, и она совсем не такое, как это. Говорит, наоборот, тестеры, ну, говорит, намного лучше, да, чем да, такое, согласна. Да. И также духи, она тоже сказала, да. Это оригинальная продукция. А вот это, кстати, такой вроде крем у тебя был, Guerlain или нет? Боже, 4000. Вот этот крем и под глаза еще крем. 4. А он Lancome. Набор был. Ну, чокнуться можно такую косметику дорогу покупать на ВЦ. И сколько надо мать денег, да, чтобы это, чтобы мазаться каждый день такой косметикой. Какое тут изобилие духов. А вот духи. Есть те твои, которые тебе нравятся? Аспекта, да, я понял. Табака ванила. Это женские? Mm-hmm. А что ты не пшекаешь? Уже закончился, наверное. Ты везуча, взяла в руки духи, уже не могу. Ну это другие. Дай мне без ленточки это попробуй. Не растерялась. Так, на любителя. Очень сладкие. А где те такие, которые у тебя? О, такие у мамы есть. Какие у меня? Которые... Которые дарили тебе в тот раз. Роберто Кавалли? Вот мои Армани. Вот это самое лучшее. 3000. Роберто Кавалли вы дарили. Да, где они? Очень классные. Но они не здесь на стоечках, они на вот этих полочках. А тут надо сверху читать. Вот видишь, сверху написано. Кензо. И должна быть написано Роберто Кавалли. Он Кельвин Кляйн, Диор, Живанши. Дебора, Милана. Нету? А вон Роберто Кавалли. Вот. А, вот они. У тебя такая огромная. Ну вот я с Симой сегодня на духмазке. Классно. Этот парфюм, он настолько стойкий. Этот зимний тяжелый такой запах. Это вот самые мои любимые. А вот эти Тиффани. Не знаю.
очень легкий. Вот это классный. Классный. Угу. Легкий такой аромат. Угу. Это что, получается, тоже от Роберто Кавалли? Классный. Нет, это Тиффани. Смотри, Роберто Кавалли и Вома здесь есть мужские, видишь? Ну, это такие мне нравятся, только вот эти хорошие. А где Габбана? А, нет, тут. А Гуччи нет? Ну, это на той стороне, наверное. Да, сколько тут всего наборов. Здравствуйте. Мы вас смотрим. Спасибо. Я хотела спросить. У меня были трусарди. Такие вот. Синие? Вот такие, не-не-не-не, вот такие. Вот эти? Вот, да. Да, понюхай. Угу. Боже, ну, вот смотри, какие они здесь дорогие. Смотри, я вот эти трусарды покупал в Италии за 50 евро или за 60 в магазине. Да. Но это трусарди не только духи делает, они и одежду тоже делают. Да? Да, там костюмы мужские разные. Вот мой Фаренгейт красный. Это Саваш тоже у меня был такой. На любителя. Мама мне когда-то дарила такой. А вон этот. Фаренгейт красный тоже классный. Ну, тоже. Самые лучшие из мужских, мне кажется, вот те Армани. Коричневые. Которые Самвел дарил тебе на день рождения. Ёлка такая катастрофненькая, да? Еще не успели. Ну что, идем? Выходим с Брокарда. На что накупили в Брокард? Подивилися.